мне и нужно. Да, ты прекрасно подойдешь. Видишь ли, меня зовут Барбас. И у меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решишь. Да, знаю, знаю. У тебя войны не выиграны, драконы не убиты, гильдии не процветают. Послушай, когда захочешь сделать что-то полезное, отыщи меня близ пещеры Хеймара в Фолкриде. Thank you.
Отступаем. Слегка рассорились. Начали спорить однажды и несколько увлеклись. Он выпинал меня прочь, пока я не найду кого-то, кто уладит наш спор. Я рассчитываю, что это будешь ты. О,
очень смешно. Мой хозяин Клавикус Вайл, принц Даэдра, повелитель желаний. Ясное дело, это тебе не первый встречный. Спасибо. С тех пор, как он меня прогнал, Вайл здорово ослабел. Он больше не может проявляться вдали от своих святилищ. Насколько я знаю, в пещере Хеймора у него есть поклонники. Там мы сможем с ним поговорить. Если все получится, обещаю, ты получишь награду. Только не доверяй никаким его предложениям, ясно?